Заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Алексей Прокудин представил личному составу отдела МВД России по Лабинскому району нового начальника, подполковника полиции Евгения Петухова. Он родился 22 февраля 1983 года в Краснодаре. В 2004 году окончил Краснодарскую академию МВД России, в 2016 – Академию управления МВД. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, в органах внутренних дел служит с 2004 года. Глава района выразил уверенность в том, что достаточный профессиональный опыт поможет новому руководителю районного отдела полиции ориентировать личный состав на выполнение поставленных задач по борьбе с преступностью и обеспечению прав и законных интересов граждан. Район Лабинский не является на сегодняшний день, конечно, лидером по всем показателям, но тем не менее у нас большие планы, мы амбициозный район, и у нас большие возможности по привлечению инвесторов для создания рабочих мест, для развития жизни на селе. И что, где мы касаемся, являемся лидерами по участию в краевых программах, по участию в любых мероприятиях, работы с инвесторами, для того, чтобы жизнь Лабинского района была развивающей, процветающей. Ну, как говорит наш президент, невозможно создать развитие территории, где нет стабильности, где нет правопорядка. Я уверен, что вместе при вашем опыте, который вы прибыли в городе Краснодаре, в столице нашей Кубани, при поддержке мощного коллектива, при поддержке администрации, при глав поселения, мы обязательно сделаем так, чтобы не просто отдел был один из лучших в крае совместной работы. Самое главное сделать так, чтобы каждый житель, каждый инвестор, каждый предприниматель Лабинского чувствовал спокойно и был уверен, что все его законные права будут соблюдаться. Евгений Владимирович поблагодарил руководство за оказанное доверие и заверил, что примет все необходимые меры по охране порядка и общественной безопасности жителей и гостей Лабинского района. Для меня это огромная честь и, конечно же, возможность проявить себя. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».